Год спустя приветствую всех на канале ProgramFix, у микрофона Netly. И в этом видео я хотел бы рассказать вам про наилучший плагин для Adobe After Effects по названием Motion Bro. Погнали! Ну а перед тем, как начать, нам нужно перейти по ссылке в описании под этим видео на наш новый открывшийся телеграм-канал и найти данный пост Motion Bro. Снизу будут ссылки для скачивания плагина и дополнений к этому плагину. Далее, после того, как вы сделали все вышеперечисленное, мы переходим в папку с плагином. В данной папке мы можем увидеть два файла, папку Motion Bro и файл Tutorial. Первым делом мы копируем папку Motion Bro и переходим по пути. Локальный диск C, Program Files x86, Common Files, Adobe, C, Extension. И вставляем сюда скопированную нами ранее папку. После этого мы можем открывать Adobe After Effects. После того, как у нас открылся Adobe After Effects, мы можем создать, либо же открыть любой проект, где хотим использовать данный плагин. Далее, как у нас открылся проект After Effects, мы переходим в Window, Extensions, Motion Bro и закрепляем его там, где вам удобно. После того, как у нас открылся плагин, мы переходим в Install Pack of Presets. Нажимаем на кнопку «Загрузить». Далее переходим в ту папку, куда вы загрузили все дополнения для данного плагина. И начинаем поочередно их устанавливать. Для этого я покажу вам один явный пример. Переходим в Seamless Transition Pack. Далее выбираем файл .list. Нажимаем ОК. И наша установка успешно завершена. И в том же духе продолжаем со всеми остальными дополнениями. Ну и после установки мы видим огромное количество дополнений для данного плагина. Такие как Handy Seamless Transition, 2000 переходов разного типа и характера. Далее мы видим глич, различные глич-эффекты для ваших видео. Simple Transition, Simple переходы для ваших проектов. Split Handy Transition, калейдоскопные переходы для ваших проектов. Также мы видим огромный Create Pack, где находится целых 3600 пресетов для ваших работ. Такие как типографии, social media, девайсы, текста, лаверсерды, коллауты, транзишены, бэкграунды, полную версию дополнения IFS Tool. И в конце уже 3D пан переходы для ваших проектов. Теперь бы я хотел показать, как ими правильно пользоваться. Ведь имея такую огромную базу, можно создать любой проект, не используя ничего стороннего. То есть, используя чисто файлы и пресеты из данного плагина и дополнений к этому плагину. Для того, чтобы использовать данные переходы, вам нужно создать композицию. Для этого переходим в Create Composition, выбираем параметры для своей композиции. Я выберу Full HD 60 FPS. Длительностью не больше 10 секунд. Нажимаю ОК. После чего наша композиция создалась. Для использования переходов нам нужно как минимум две разные картинки или видеопроекта. В моем же случае это будут картинки. Ну и вот я загрузил две картинки. Для того, чтобы сделать переход, сократим одну и другую. После чего оставляем ползунок на том месте, где хотим сделать переход. Далее переходим в окно плагина и выбираем понравившийся нам переход. В моем же случае это будет переход Particles Flight. Нажимаю на понравившийся мне переход, и он автоматически добавляется на наш таймлайн. Ну и давайте посмотрим, что у нас получилось. Мне кажется, выглядит отлично. Теперь я хочу попробовать создать полноценный проект, используя чисто пресеты из дополнений к данному плагину. Посмотрим, что у нас выйдет. Ну а я надеюсь, данное видео вам понравилось. Вы, конечно же, поставьте лайк, подпишитесь на канал, не забывайте про колокольчик, также оставляйте свои божественные комментарии. Я отсутствовал целый год, провел службу в армии. Теперь я вернулся, будет больше контента, он будет более качественным. Также я обновил видеокарту, но об этом позже. Пишите в комментариях, какие видео вы хотите видеть на данном канале Adobe After Effects, Photoshop или Premiere Pro. Всем спасибо, всем пока!